Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня я хочу осветить проблему разных показаний времени на смартфоне и часах. Часто задают в последнее время такой вопросик, видимо, существует такая проблема. У меня тоже это однажды было, и я хочу рассказать, как я это дело исправил. О чем я, значит, говорю? Допустим, время показывает на часах, там, сейчас 16:00, а на самом деле на смартфоне 20:21, да? Либо наоборот. Что, значит, нам с вами нужно сделать? Для этого мы идем в настройки смартфона, идем, значит, в обычные наши настройки, общие настройки, заходим «Дата и время» и отключаем автоопределение. Далее перезагрузите ваш смартфон и часы, если сразу время не поменяется, и у вас все станет, как говорится, на свои места, могу вас уверить. Вот такая вот простенькая инструкция, я думаю, что кому-то из вас поможет обязательно. Если это так, то ставьте лайк, пишите свои комментарии. Вам же я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.